Нижде, когда открывается у нас под кольцом Джалин Рейнольдс, продавливает Ивлева, правый полукрюк, два. В розыгрыше капитан заигрывает именинника Джалина Рейнольдса. Тот в лицевую линию развернулся, а там потоптался от души защитник. В белой форме Дмитрий Кулагин издали точно занять позицию, но мяч коварно отскочил ближе к Джалину Рейнольдсу. Тот забирает подбор, откидывает два подряд. Его защитные действия, и зато как поддавливает Велимир Пирасович. И в этой ситуации, может быть, даже находится за лед-панелью. Наблюдает за этим матчем. Они здесь рядом с командой, но, к сожалению, на площадке помочь. Для Уникса снова плюс 8. И в который раз в роль догоняющих Нижний Новгород справляется Рейнольдс. Каждый раз, когда тяжело. Новгород — это всего лишь против 8 потерь у казанского Уникса. На 5 атак больше только за счет перехватов имеет у нас.